А всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобыляцкая перепилочка». Тема сегодняшнего видео – нагревательные элементы для инкубатора. Поехали. Вот недавно мне пришли из Китая две посылочки с нагревательными элементами. Одни вот такие маленькие, их здесь 10 штук. Они 12-вольтовые, потребляют тока 0,75 ампер, поэтому 1-амперный блок питания вполне для них подойдет. И нагреваются они до температуры 80 градусов Цельсия. Вот я один уже запаял, проверил, и нагрелся он до температуры почти 85 градусов по Цельсию. Из чего они состоят? Внутри находится керамическая пластина, по обеи стороны которой находится анод и катод. Это все завернуто в теплостойкую пленку и сверху запрессовано алюминиевым радиатором. А здесь уже более серьезная техника. По количеству 20 штук, это нагревательные элементы уже идут на 220 вольт. Приблизительная мощность каждого 100 ватт, а нагреваются они до температуры аж 270 градусов Цельсия. Я на таких нагревательных элементах сделал несколько инкубаторов. Помните, я вам показывал один из них в предыдущих видео. Они очень себя хорошо зарекомендовали. Первую партию у нас в интернет-магазине уже разобрали. Они у нас на вот таких соединительных клеммах и подключаются непосредственно напрямую в розетку. Эти все нагревательные элементы очень щадящие к терморегуляторам V1209. Работают безотказно, что в свою очередь продлевает срок их службы. Эти элементы можно заказать в нашем интернет-магазине. Ссылочки на них я оставил внизу в описании. Если кто-то захочет сам смастерить себе инкубатор, то звоните, заказывайте, отправка товаров у нас осуществляется каждый день. Ну а на этом все, ребята, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами был Алексей Василенко, пока!